Юлию Липницкую и Территу Бридзе простили, заглотили даже Медведеву и Загитову, но всю систему простить не могут. Сейчас 15 лет можно участвовать во взрослых соревнованиях. Загитова в 15 лет выиграла Олимпиаду. Почему поднимают возрастной ценз от 16 до 18? Тренеры мира хотели бы понять, каким образом Этери Тутберидзе продолжает поставлять все новых и новых спортсменок подобного уровня. Как ей это удается? Что такого она делает в своих тренировках? Поднимут возрастной ценз до 18 лет, это ударит по школе Этери Тутберидзе. Александра Трусова, четверной прыжок. Алена Косторная, которой 14 лет и которая сможет уже скоро выступать на взрослых международных соревнованиях. Кроме того, единственная ученица, которой 18 лет, покинула Этери Тутберидзе, это Евгения Медведева, и уехала в Канаду к Брайану Орсеру. Вот такие. Есть ощущение того, что мне Орсер сделал вызов. Значит, как-то его задели наши результаты. Надо работать, чтобы задевать его еще больше.